Кто выбрал? Вот это! Следуйте за мной! Почему бы просто не отдохнуть и сыграть в смехлых? Мне нравятся веселые занятия. Ну, вы знаете, кроме убийств. Игра отправит забавное письменное задание на ваше устройство. Напишите самый смешной ответ, который можете придумать, и нажмите «Отправить». Этот таймер будет чуть подольше, чтобы вы могли успеть написать. Ну и чтобы у меня было время сходить по-маленькому. Странная вещь, которая изначально была нарисована в Сикстинской капелле. Остальные проголосуйте за вариант, который вам больше всего нравится. Игрок, чей ответ наберет меньше всего голосов, помрет. Время на голосование почти вышло. Посмотрим же на голоса. Окей, у нас есть проигравший. Двигаемся дальше. Знаете, когда какой-то факт из фильмов забываю, такую личную неприязнь к себе испытываю, что уши не могу. Как в переводе на русский звучит название фильма «Мимино»? Время почти вышло. Выбрал вот это. Все живые игроки ответили верно. Мне это не нравится. Попробуем еще один. Какой фильм не пародировался в диванной заставке Симпсонов? Время убегает. Кто выбрал вот это? Пора. Это должно быть легко. Выполните как можно больше правил до того, как время закончится. Все остальные тоже будут играть. Если кто-либо из них выполнит больше правил, чем ты, я убью тебя. Мы уже начали правила на ваших устройствах. Интересно, кто-нибудь обращает внимание на то, что я сейчас говорю? Мухомор, мухомор, вонючая акула Сакраменто. Время правил почти вышло. Как? Блин. Балдос накатить, я не понимаю. Извините, но правила есть правила. Остался только один выживший. Вы знаете, что это значит. У тебя получилось, но сможешь ли ты сбежать? Вот твоя первая категория. Созвездие.
Выберите ответ, который подходит под категорию, и нажмите «Отправить». Время почти вышло. Взглянем на правильные ответы. Напитки, содержащие кофеин. Время почти вышло. Дела обстоят не идеально. Страны-основатели НАТО. Ракообразные. Потому что призрак прямо позади тебя. Не отставайте. А вот и тьма. Члены клуба 27. Время почти вышло. Настигает. Снимались в клипе группы «Дискотека Авария», модный танец «Арам-зам-зам». О-оу, все может закончиться в любой момент. Быстро. Если ты хочешь пробиться через этот барьер, тебе понадобится идеальный ответ на этот вопрос. И теперь я добавляю третий вариант. Да, вот такая, дорогие друзья, несправедливость. Да, ребят, мне удалось попасть в игру. Итак, начинаем. Ура, Соня, господи, я в игре. Поехали. Местные жители знакомы с историей заброшенного здания, называют его отелем смерти. Несколько поколений таинственной семьи
отдельные вечеринки по-прежнему на свободе. И далее штаны. Что ж, вопрос первый. Хорошо, я понял, да. Где происходит действие самого первого мультфильма «Погоди». Правильный ответ это... Кто ответил правильно? Остальные? Настало время последствий. Точно, да, ребят, в тире. Положите табличку «Не беспокоить» на место. Ну ладно, в комнате 101. Поехали. Ух ты ж, ничего себе, куча денег на полу. Я держу их в такой куче из-за налогов. Возьмешь больше или меньше денег, чем остальные, будешь наказан. Наслаждайтесь играми разумов. Ну что ж, забили. Окей, кто что взял? Самый алчный. Ура, слава богу. Менее алчный должны быть наказаны. Ура. Лежик даун, ребят. На самом деле, господи, капец. Я серьезно. Продолжаем игру. Следующий вопрос. Двигаемся дальше. Угу. Что такое бакштейн? Ну, это простой вопрос, ребят. По крайней мере... Самый очевидный вариант ответа есть. Время убегает. Кто выбрал? Сортиры, конечно, ребят. Конечно. Остальные идем со мной. Так, ну-ка, что там будет? Диктант. Али. Добро пожаловать в комнату 217. 217. Угу. Вас поставили к стене. Нет, не в этом смысле. Я не настолько злобный. Так, 9 у нас, вам надо сбросить свою фишку и попробовать избежать смертельных ячеек. Знаете что? Нам нужны смертельные ячейки. Эй, вы, выберите ячейки, которые будут убивать. Пусть будет так. Так. Отлично. Окей. Да начнутся игры. Ну-ка. Выберите место, откуда будет. Конечно, так проще. Сейчас попадется на мою ячейку, это будет ор. Нет. Так вот, эта фраза была сказана. Он попался на мою ячейку. Да ладно, не попались на мои ячейки. Да ладно, я поставил пятую зону и победил. Да ладно. Офигеть. Класс. Вот это ничего себе. Да я не один, ребят. Как хорошо. Ура. Попробуем еще один. Так. Кто из них не является дочерью шекспировского короля Лира? Не является. Угу. Пусть будет такой вариант. Не уверен. Время почти вышло. Я не уверен, но просто... Ну, гад. Кто выбрал? Вот это. Виола. Остальные игроки, которые еще живы... Ну да, логически, если помыслить, то тогда да. Угу. Игра с телефоном. Так, а вот это интересный телефон. У каждого из вас будет по телефонному аппарату. Так. Но есть только два номера. Два номера, ага. Набери один из этих номеров на своем телефоне до того, как это сделает кто-то другой, или ты сдохнешь. Угу.
Новые телефоны, конечно, крутые, но удар дисковым телефоном наносит больше телесных увечий. Вот так заново. Да, господи. Не удалось. Слишком медленно. Ваш разговор окончен. Останется лишь один игрок, мы перейдем к финалу. Следующий вопрос. Под какими цветами играют команды в настольной игре Codenames? Codenames. Предположим, что вот этот вариант. Хотя я не уверен. Я думаю, что красный и синий, хотя я не уверен. Да, отлично. Все, здорово. Следуйте за мной. Капец, я не понял правила игры в телефон. До телефонного диска нет, и все. Время попробовать защитить себя пару. Класс. Напиши настоящее четырехбуквенное слово на своем девайсе. Лучше сделай его посложнее, ведь если кто-то угадает пароль, ты сдохнешь. Да, поехали. Теперь все остальные попробуют сломать ваши пароли. Работая командой, попробуйте отгадать пароль, используя свои устройства. Если вы угадаете букву, стоящую на своем месте, вы ее увидите. Вы все получите от меня награду, если успеете отгадать пароль. Не забывайте о командной работе, делитесь друг с другом найденными буквами. Время почти вышло. Называется противоположность фаервола, скорее всего, как и ты. Ну ладно. Хорошо. Молодец. Офигеть. Вот так вот. Двигаемся дальше. Какой персонаж использует прибор под названием Толпой? Томбой. Томбой, господи. Либо история игрушек, либо один дома. Хотя я не уверен. Кто выбрал? Вот это. Круто. Я угадал. Повезло. Да. Повезло. Попробуем еще один. Время для вопроса о классическом кино. Кто не снимался вживую в фильме 96-го года «Космический джем»? Вживую? Наугад ли, ребят? Чисто наугад. Кто выбрал вот это? Дэнни Дэвита, ну ладно. Идем со мной. Поехали. Единомыслие. Потерянное искусство написания писем.
Я прочитаю вам письмо. Напишите как можно больше из того, что я скажу. Все остальные тоже будут писать. Если у кого-то получится лучше, чем у тебя, ты сдохнешь. И письмо начинается сейчас. Владельцы собак. Каково это чувствовать безусловную любовь, несмотря на все ваши людские изъяны? Это наверняка приятно. Что вы думаете по необходимости убирать за псами? Я думаю, это самая лучшая часть. Время вышло. Теперь я возьму свою красную ручку и посмотрю на всю. И вот что у нас получилось. Но справился ли кто-нибудь лучше? Что ж, это провал. Посмотрите на этот бред. Ой, да. Вот так вот. Да, жестко. О, 5376 очков. Неплохо. А, кстати, вторым буду идти за ним. Офигенно. Поехали. Все. Рад видеть тебя в живых, но сбежишь ли ты отсюда? Вот твоя первая категория. Линии московского метрополитена. Выберите ответ, который подходит под категорию, и нажмите «Отправить». Вот только Сокольническую знаю и Кировскую могу предположить. Автозаводская, не исключение. А, только Сокольническая, ну ладно. Это страшно. Обладатели звезды на Голливудской аллее славы. Буквы Боб точно нет. Либо Годзилла, либо лягушонок Кермит. Либо и тот, и тот. Да посмотрим. Тот. Ну ладно. Привидения наступают на пятки. Так. Угу. Деды Морозы разных стран. Санта-класс. По-моему, все три. Это я не уверен. А, Синта-класс. Господи. Три. Точно. А, ночной. Ёж ведёт ночной образ жизни, по-моему, да. Принял? Я думаю, принял. Ёж, по-моему, ведёт ночной образ жизни, да. Обогнал? Нет. Этот призрак может украсть твою жизнь. Смотрим. О-оу, у вас проблемы. Это просто тьма. Слова. Время почти вышло. Отлично. Легкое задание какое-то. Все три. Ты убил своего друга, и теперь ты ближе к выходу. Слишком медленно, так что тебе... Про галактики? Галактики? Вертушка? Не слышал. Про вертушку не слышал, про черный глаз это... А, это, наверное, коллапс, блин. Ёлки. А, все три. Окей, ну ладно. Виды спорта. Олимпийские виды спорта. Формула-1 не является, нет. Формула-1 хоть и является видом спорта, но он не олимпийский. Я ошибаюсь. Нет, все три, все верно. Будем считать, что вам повезло. Ну да. Согласен. Очередная кража жизни. Эх, вот если бы я чуть-чуть ответил верно, то... Но это еще не все. Ага. Тебе нужен идеальный ответ, чтобы сбежать. И теперь я добавляю третий вариант. Дэнни Девита, правда, это Пэрис Хилтон? Навряд ли. Только Куриленку знаю. По-моему, только она и есть. А, оба. Проходит воскресенье. Всегда проходит воскресенье. Формула 1, католическое Рождество. Нет. Нет,
Нет, когда речь скажете, что Хэллоуин точно не воскресенье. Очень интересно, ребят. Это очень напряженный скачки, я знаю. Я знаю. А по поводу кошек. Например, тайская порода. Слышал? Каски Кёрл. Ну ладно. Не выиграю, так не выиграю, зато поигрался. А, американский Кёрл тоже. Очередная кража жизни. Панда Пандора. Диско Кэнди. Не слышал. Панда Пандора? По-моему, панда есть. Панда была, зебра была, киски не было. Я не слышал, по крайней мере. Секрет. Ну ладно. Ничего страшного. С другой стороны, может быть и лучше, что я не смотрю свинку Пеппу. Ну ладно. Зато сражался достойно. Хоть и не победил. Это хорошо. Зато поиграл хорошо. Это круто. Немножко не повезло. Это не страшно. Ребятушки, второй заход, погнали! Первый. Где находится самый старый университет в Европе? Используйте свои устройства, чтобы ответить на вопрос. Ну это точно не Оксфорд, потому что это слишком распространенное заблуждение, что это самый старый университет в Европе. Да, Болонья. Пора. Погнали. Добро пожаловать в комнату 101. Здесь не курят. Мои старые добрые чаши. Выберите чашу, которую хотите отравить. Теперь ваш черед. Выберите чашу, из которой хотите выпить. Можете попробовать выбрать ту, которая выглядит менее вкусно. А теперь посмотрим, кто что выпил. Тебя проверили. Так что привыкайте к нему. Двигаемся дальше. London is the capital of Great Britain. But where is St. Petersburg? This question was in based in the based videos. Well, and why and this why I saw this answer. Yes, it's a Florida. Salut, salut. Сейчас будет весело. Ох, бедный
один и тот же лифт, и тогда останетесь в живых. Но если у нас будет неровная ситуация, я убью всех на более тяжелой стороне. И да, так как у вас здесь четное количество, я добавлю немного тяжести одной из сторон. У всех же сейчас добрые намерения, да? Взглянем на чью сторону вы перешли. Угадал. Так. Продолжаем разговор. Смотрите на этих зрителей. У них не все отлично. Будьте лучше зрители. Будьте лучше зрители, согласен. Попробуем еще один. Угу. На какой отметке совпадают шкалы Цельсия и Фаренгейта? Ну, Андрей, не обижайся, все будет хорошо. Домик, ты тоже не обижайся. Вот это. Все живые игроки ответили верно. Это не весело. Ну почему? Двигаемся дальше. Каким был максимальный приз в реалити-шоу «Последний герой» к 2019 году? Раньше был 3 миллиона рублей. Наверное, и сейчас 3 миллиона. Ладно, пусть будет 3 миллиона, ребят. Время почти вышло. Кто выбрал? Вот да, это. Отлично. А я смотрел ту передачу. Следуйте за мной. Да, бывало дело. Так, 311. Так. Интересно. Давайте, отдайте еще один кубик кому-то, чтобы усложнить ему жизнь. Все, дизлайн, ты попал. Вау, много у тебя кубиков. Удачки. К тачке. Игрок с наибольшей суммой. Ой, все. Смотри, как четко получилось. 20 минус 7 равно 13, но дедлайн побеждает в кавычках. Прости. Ничего себе. Офигеть. Я лидирую. Класс. Очень хорошо. Мы прибыли. Когда в живых останется лишь один игрок, мы перейдем к финалу. Я понял. Следующий вопрос. Кто неотступно следовал за Жаном Бальжаном в романе Виктора Гюго «Отверженные»? Наверное, явно французское имя, скорее всего, Жавер. Жан Бальжан и Жавер. Потому что это логично. Да, Жавер, естественно. Ребята, это логичный ответ, ну вы что? Идем со мной. Так. 404. Черепа кости. О, да, больше кубиков. Выбрасывайте столько раз, сколько захотите, чтобы увеличить свой счет. Интересно. Я прикончу обладателя наименьшего счета. Но если кто-то наберет больше, чем 21, то именно он останется жизнью. И не забывайте, если кто-то из них выбросит череп, то это добавит единицу к счету каждого. Я очень долго работал над дизайном этой игры, так что надеюсь, вам понравится. О, ребят, мы сейчас наваляем. Я вас уверяю. Чё? Кого смертельный будет кубик? Нет, не меня. О, всё. Попался. Который кусался. Кубики, взрывы. Теперь это звучит увлекательно.
Попробуем еще один. Если вы начнете искать свое сердце, что вы найдете? Легкий вопрос. Четырехкамерное сердце, состоящее из двух желудочков и двух предсердий, левого и правого соответственно. Это то, что я выучил из курса урока биологии. Конечно. Одни и те же лица. Не смешно, что что-то стало. На своем устройстве. Ребят, я котиков люблю, поэтому я только за кота проголосую. Однозначно. Голосуйте уже. Итак, что мы решили? Молодцы, ребята. В следующий раз тебе стоит использовать трафарет. Мое единственное утешение – это наказание. Да, увы. Я бы сейчас сказал о том, что зрители тоже имеют шанс победить в этой игре, но посмотрите на их счет. Да, шанс невелик. Двигаемся дальше. Какой известный художник жил по соседству с Винсентом Ван Гогом? Ой, ну это надо знать. Наугад, ребят. Либо Гоген, либо Дега. Это не Мунк, не Мане точно. По-моему, либо Гоген, либо Дега. Гоген, отлично. Я хочу вам кое-что показать. Единомыслие? Нет. Лотерея. Поздравляю! Вы попали на мою раздачу лотерейных билетов! Стирайте клетки и найдите... Излигоход, я в тебя верю, ты сможешь. Но если попадется хотя бы один череп, я сотру вас. Начинай. Если у тебя проигрыш... Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, и такое бывает. Ничего страшного. У меня минус 100, как раз точнее 0. Остался только один выживший. Уже? Вы знаете, что это значит? Да ладно, офигеть. Продолжаем. Поздравляю с выживанием, но сможешь ли ты сбежать? Постараемся. Вот твоя первая категория. 8 самых распространенных букв в русском языке. Выберите ответ, который подходит. Я уверен в этом ответе. Нажмите «Отправить». Время почти вышло. Взглянем на правильные ответы. Да. Единица системы Си. Изи вопрос. Время почти вышло. Трансферни-то нет? Ладно, окей, хорошо. А зрители знают, что вообще здесь надо делать? Британские премьер-министры. Ой. Не знаю. Это не...
Меняются они. А, ну, пусть будет так. Фух, слава богу, отлично. Люди, жившие в 1900 году. Ну, по крайней мере, это изи. Пусть будет бульон. Не знаю. Начес не знаю. Наверное, нет. А, и бульон, и начес. Ну, ладно. Хоть один вымрал. Не оглядывайся, потому что призрак прямо позади тебя. Знаю. Родились в Южноафриканской республике. Вот насчет Белла не знаю. Поэтому выберу только Манделу. Да, отлично. Марки водки. Марки водки. Ну, в одном, по крайней мере, я точно уверен. То, что я выбрал правильно. Твое дело. Перцы.